Всем доброго утреца. Вот так вот сегодня у нас пасмурно. Забрал 8:30 Купер сегодня. И в 11:30 вот сдал чуть пораньше, к дому поднес. Здесь рядом как раз, ну вообще пройти там может полмили, 700 метров. Ну, я захотел посмотреть и видео вам заснять, чтобы вы лайки поставили, если посмотрели, на каких тачках здесь люди ездят, там, на Теслах, на Дюхах, какие дома, послушать ваши комментарии, насколько здесь все плохо, там кто-то пишет, и послушать, кто пишет, что хорошо. Вот, смотрите, дорожка, тропинка такая идет, и здесь тропинка к домам. Я пойду по нижней, я вообще перейду, давайте перейду на ту сторону, и пойду вон по той стороне. Там посмотрим, что там с той стороны. Завиды. Ну, короче, отдали машину завтра. Она ее должна вернуть. А, вот дорожка. Здесь тоже можно ходить по прогулочной. И вот, короче, вот так вот здесь. Вот вниз с горы, со склона прям все дома выстроены. Туда, внутрь каньона. Как там стабилизация работает, не знаю. Идем сейчас вот. Там была дорожка вдоль дома, такая прям зеленая. Гулять. Ну, более безопасно. Здесь более открыто, чтобы больше увидеть все. Castro High School. Кастинг. Вот, короче. Пойдем туда. Пойдем на сосочек. Такой обрыв. Солары у многих стоят. У некоторых нет солоров, кстати. Огроменный, смотрите, просто. Додж такой выстрелился во всю длину. Ну, реально, две машины длины почти большие. И Купер такой маленький, да, стоит, как у меня. Додж и Купер. Нормально. Вот, смотрите, новый, кстати, 400 XT, 6 заряженные. У них вот пошли вот эти 600, 400, они типа как будто удлиненные, заряженные есть. Эскалейды там длинные такие, черные, на черных решетках, вот этих всех дисках черных. Стоп. Знак стоп. О, смотрите, пойдемте Z-ку покажу. Ну не пойдем, то Z-очку пойдем смотреть. Одну, вот посмотрим, одну Z-очку, смотрите. Z3, и вон еще стоит одна. Z4, да? Там спрятана какая-то классная. А это красивая. Ну, правда, вот единственное, сзади чуть болтается. Крыша целая. Такое состояние хорошее для механики. Супер дютик. А вот вторая. Это уже М-ка типа. Ну, не знаю. Конечно, неудобно чуть назад ничего не положить. Он какашки тут убрал. Я проследил бы. Какашки перед окном тут нет. Я бы посмотрел бы. Кто-то не убрал кашанцы. Ну чё. А вот еще бэшечка, смотрите, единичка 135-я такая сейчас. Автомат, нет? Нет, это же так слабо вообще. Она такая... Механики видят. Сразу что на механике. Цветочки сами облагораживали. Фонтанчик поставили. Розы эти все уже заливают, смотрите, вообще. Ага, здесь получается самая жаркая сторона. Блин, здесь постоянно солнце. И вот розам уже кирдык пришел. Я не знаю, как летом будет здесь. Это сейчас весна такая, везде все белое, такое вот розовое, красивое там. Типа, да? И с той, и с другой стороны. А что будет зимой? Летом, точнее, жару. Сейчас тут полно цветочков таких, смотрите, лютики какие-то. Кто знает, как они называются? Я, например, не знаю. Без понятия. Как они называются, эти лютики. О, и здесь они, смотрите, как все засеяны, эти лютики. Красивые, да? Все беленькие такие. А, тут кто-то, смотрите, а эти уже не пахнут, наверное. Вот они тоже были здесь красивые, но уже.
прилетели. И тут вот их листья всякие, такие пупырышки. Ну, мне нравится то, что все зелено так вообще. Вот эти вот вообще деревья классные, тень создают. Хотя, по идее, сейчас должна быть жара, но ее нет. О, огородик здесь сделан. Тули повредил где-то. Я один раз как с таким багажником в туле как влетел. Вот этот, что есть сзади тули, я в него как влетел сзади. В гараж с Маринкой. Все, кто смотрит меня ролики, знает. На Лексусе. Но он оказался такой крепкий. Пару царапин сверху. Ну и крыша чуть-чуть там немножко поцарапалась. Я люлей получил за это, не знаю. Если что, получу, готов. Вот. И Андрей Леонидович, извиняюсь. И это... Поэтому я думаю, что с багажником с этим надо аккуратно быть. В любом случае. Вот ящички. Expedition Max удлиненный, как обычно. О, там пушечка, смотрите, какая стрелковская пушечка. Рам 4.4. ТРФ какой-то, что ли, не знаю, я даже не смотрел вообще. Обзор, ну там добавили он резину, арки он больше сделали, видите. Сюда можно вообще вот эти пластмассовые арки поменять такие, сделать широкие еще больше. Вот. Ну всякие повесить на крышу, багажник. А, автоматический, кстати, Пирогон поставил. Пирогон называется. Пирогон бренд. А что это за бренд? Пирогон. Вон, Пирогон. Надо посмотреть. Ну, классный такой, да. Диски хороший поставил. Вон, Рэмс какой-то. Ну, это Рам, наверное, сам. 6.2 у него. Суперчарджер. 6.2 суперчарджер, наверное. Сил 600 в нем, наверное, точно должно быть. Как минимум. Быстро должен ездить, но не так быстро, наверное, как Форд, не знаю. Напишите в комментариях, кто лучше разбирается. Шелби Раптор или вот этот вот. Что быстрее будет. Только брать, соответственно, по годам из нового. Вот уж такая труба огромная у меня стоит наварена. Диски красивые, 2500. Почему здесь такие огромные любят? Они рабочие лошадки. А, налог уже не платится. Но у них зато дизели есть. Чем бензин. И минивены, соответственно. Это самый оптималзы в Америке. Все пользуются минивены. Но здесь любые машины есть. Вот кому надо, можно на рынке любую машину купить вообще. Отправить в любое место, если что. Хоть большую, хоть маленькую, хоть электро, хоть не электро. Танкер. Танкер на грауне. Да, сейчас он пролетит. Сейчас чувак поедет быстренько, а мы пройдем. Не-не, давай. It's okay. Have a nice day. I speak this. Вот. Вот этот танк стоял. Видите, вот там сильно здоровый колеса у него вообще прям космические. В огородиках вот любят люди сидят. Вот маленький он, правда, я не знаю, что она там. Vista del Rio. Road называется. Vista del Rio. Ну вот как бы такая работа тяжелая, да, сейчас у меня до дома дойти. Машину отдал. И до дома теперь остается дойти. А, еще и думать, потому что, чтобы с машиной ничего не случилось. Это люди разные бывают. Думаешь по-разному всех. Вот Honda Accord Sport. Такая прям хорошая. Genesis, вот этот вот паркетник. Электро, Нира, да? Kia Niro. Деревья эти красные, не знаю, что за деревья. Ну, кусты тоже постоянно стригут. Так, ну что у нас по Kia? Kia Niro, да. Эко, электро. Полугибрид, полуэлектро. О, выставили такой цветочек. Цветочек и табличка такая стоит. Типа, блядь, нихуя, на мои цветочки, пожалуйста, чтобы ваши собаки не писали, не какали. Все, повесил. Правильно сделал. А куда собачка? На эти газончики писать. Так, на тебе нельзя, на эти можно. А, или наверх, может, нельзя, чтобы не запрыгивали. Ой, розы какие, смотрите, красивые.
Вот такие. Прям пышная такая, смотрите, палка одна, да? Вот, со стороны палка такая пышная прям вообще. Еще розовый цвет какой-то на них маленький, как будто побрызгали чем-то. А, они, наверное, потом цвет поменяют. Темнее там. О, пчелки летают вон. На розочках. Холодно, пчелки вылетели какие-то, по ходу дела, да? Кто там, пчеловоды есть какие-нибудь в подписчиках? Напишите, когда пчелы при какой температуре. Я думаю, градусов 15-17 сейчас. Че им вылетать? Они должны сидеть. Нормально вообще. Здесь пострижено, тоже ухаживают. А, здесь за газончиком стригут. И газончик, и... Птичка летела. Так, что у нас за машина? Кто отгадает? Расскажем что-нибудь? А, это Хонда поехала как раз, это, которая впереди только что стояла. Беспалево сидели, шашлык, Купер, Джейсов. Вон, смотрите, какие заросли. Я не знаю, что это такое, но оно вот зарастает и по этим. И закрывает полностью, как корни. Еще была такая Toyota давно, но четырехдверная. Вот такая вот двухдверная, это просто вариант. Космолетный свой диски поставить, затонировать. И вот в моем детстве она была на автомате, вечная машина. Если бы я сел в детстве на эту тачку. О, у Кеши такая была. Кеша, передаю тебе привет. У тебя такой был Мерседес, ты с ним мучился. Красивый, конечно. Даже грязь, он стоит уже там давно. А вон там куча собачек идет. Они сейчас нападут меня, загрызут. Сейчас будут меня тяф-тяф-тяф-тяф гавкать. Не будут гавкать на меня собачки. Посмотрим, сейчас они будут на меня гавкать или не будут гавкать собачки. Hi, morning. Вот, не хотят гавкать собачки такие. Поэтому пройдем мимо. О, вот смотрите, тоже еще экземпляр красивый. Как будто, знаете, мы идем, сейчас картинка повторяется у меня. Я не пойму, что такое, что происходит. Может, я по кругу хожу и хожу, такой, типа, ну, вроде уже к дому подхожу. Чуть-чуть осталось идти. Вот. Сейчас чаще дома, кстати, здесь начали продаваться, не понятно почему. А, здесь у них отдельные железные поставили, они еще дверь снаружи. Поэтому по-разному, где люди делают. Кустами засаживают, забор делают. Вот тоже красиво, как полосочки. Куст, смотрите, какой. Ну, растет. Нормально сосну. А, вон можно мне бэхи пройти. Красивый М3. А, нет. М4, какая-то 40 вообще. А почему М440? И такая М440 превращается в велосипедиста. М440 поехала. И велосипедист. Разные машины тоже есть у людей. Всякие ЕМки, и хендайчики, сами видите. Американцы по-разному живут. Есть бедные вообще.